Привет, Украина! Меня зовут Даниил, мне 19 лет, я из Донецка. И я пришел сегодня петь для вас. Весь цей рік майбутній інженер-енергетик, затамувавши подих, чекав на День Х. А разом з ним цього моменту з нетерпінням чекала уся його рідня, друзі, викладачі. Адже усі спроби поговорити з Данилом про щось окрім X-фактора закінчувалися повним фіаско. Я сижу на парах, думаю о том, все ли у мене получится. Я сижу вдома, думаю о том, все ли у мене получится. Я сижу, делаю уроки, думаю о том, все ли у мене получится. Действительно, этого хочется очень. Так, ну что, Данил, принципе, надо все сделать идеально. Идеально. Ладно. Да. Но надо же. Надо ты шел к своей мечте так долго. Значит, надо. Я иду к ней. Вот. Давай. Все, мы с мамой здесь. Помни об этом. Хорошо. Здравствуйте. Здравствуйте. Как вас зовут? Меня зовут Даниил. Я из Донецка. Мне 19 лет. Песня будет на итальянском. На итальянском? Какая же? Скажите, девушки. Давайте. Cancello sta compagnia vostra, calci ho perduto sogni a fantasia. Una lacrima lucente decaduta. Dicitemelo poco e che pensate. Che io sto qui a noce. Voi solo me guardate. Levamoci a sta maschera. Есть, вот вы вся в мурашках, я тоже. Сейчас еще больше будут, дай бог. Даниил, вы так смотрели на меня из-под этой вашей челочки. Конечно, да. Спасибо большое. Ну,
сказала про вокал, я просто молчу, и так все понятно. Чудо, просто чудо. Такая вот легкая манера, итальянская истина. Как будто вы приехали вот оттуда, потому что у вас все идеально. Абсолютно по-итальянски. А может быть, вполне, да? Что-то есть у него такое в образе. Спасибо тебе, голосистый Гаврош. Чудо. Спасибо большое. Мне для того, чтобы разобраться в том, обладает ли человек спектакулярным голосом, нужно несколько секунд, там 10, 20, 30, куплет. И то не до конца, не всегда. То есть понятно, что у тебя есть голос. Но это было вот шоу имени. А послушайте-ка, какой у меня замечательный голос и как я умею петь. Смотреть на тебя весьма-весьма скучно. X-Factor это не радио. Я не мог. Я теперь говорю. Глаз отор. X-Factor это не радио. X-Factor это телевизионная какое передача. Люди ее смотрят. Знаешь, смотреть проведу на тебя даже 3 минуты скучно. Вот, поэтому нет. Спасибо. Серега не правый, так. Спасибо. Спасибо большое. Серега сегодня такой злой вообще. Хочешь тебя погладить, может? Ну, хороший. Серега хороший. Фу. Так, коленки трусятся, ничего нормально. Ты знаешь, а самое замечательное, что этого ничего не было видно. Я тебя поздравляю искренне. Это грандиозно. Спасибо большое. Большой успех. До встречи в лагерь. Пока на этот период сделано все, что надо. Пока.